В Екатеринбург съехались документалисты со всей страны. Сегодня стартовал Всероссийский кинофестиваль «Россия». В течение 5, или уже 4 дней можно будет увидеть почти 100 документальных фильмов, как от отечественных, так и от зарубежных режиссеров. Нынешний фестиваль стал уже 25-м. В честь юбилея зрителям покажут не только фильмы конкурсантов, но и картины победителей прошлых лет. Показы будут проходить на 8 площадках, среди которых Дом кино, библиотека Белинского, Дом-музей Митенкова и Коляда театр. В этом году на фестивале множество дебютантов. В программе также картины настоящих мэтров кинодокументалистики. Фильмы Герца Франка, Алексея Балабанова и Виктора Косаковского. Кинорежиссеры отмечают, на Россию они всегда приезжают с удовольствием. В Екатеринбурге самые благодарные зрители. Очень умный, очень требовательный зритель. И поверьте, вот я могу сказать от лица многих документалистов, это, пожалуй, наверное, один из немногих фестивалей, где действительно мы чувствуем какую-то отдачу, как показывая свои фильмы. Именно на этом фестивале всегда есть очень много желающих обсудить, высказать свою точку зрения.